Почему, как правило, именно мужчина старается сохранить отношения, которые начали разваливаться? Это происходит совсем не потому, что, как многие думают, мужчине трудно найти женщину. А во-первых, потому что мужчина рационален и практичен. Он совершенно логично рассуждает, что зачем тратить силы на создание чего-то нового, если то, что есть, уже нормально работает. Ну а если оно перестало работать так, как нам бы того хотелось, то практичный мужчина, опять же, совершенно логично рассуждает, что дешевле попробовать это починить, чем покупать новое. Ну и вторая причина заключается в том, что люди, как правило, боятся перемен, потому что неизвестность их пугает. И это происходит вовсе не потому, что мужчины все поголовно трусы, как любят говорить женщины. В отличие от женщины, мужчина стратег. Он может просчитывать последствия своих действий на несколько шагов вперед. И поэтому он рассматривает вариант, что ситуация, в которой он окажется в будущем, может быть хуже, чем та, в которой он находится сейчас. Ну и маленький лайфхак для тех, кто по каким-то причинам хочет растянуть свои отношения подольше. Единственный мотиватор человеческого поведения – это желание. Человек начинает что-то делать, когда он этого хочет. И даже в том случае, когда вам кажется, что человек делает то, чего он не хочет, то если пройти по всей цепочке, то в начале ее вы все равно обнаружите то же самое желание. Например, человек не хочет ходить на работу, но тем не менее он все равно на нее идет, потому что он хочет заработать деньги для того, чтобы купить себе новый смартфон, машину, квартиру, одежду, ну и в отдельных случаях для того, чтобы обеспечить свою ненаглядность. Но желание существует только до тех пор, пока оно не исполнилось. Поэтому, если вы хотите удержать женщину рядом с собой подольше, то вам никогда не стоит исполнять ее желания. Вы можете дать ей понять, что собираетесь эти желания исполнить, но если вы хотите, чтобы женщина за вас держалась, делать этого, конечно, нельзя. Пусть женщина постоянно находится в ожидании того, когда же вы наконец исполните ее желание. И в этом случае она от вас никогда никуда не денется. Потому что ее будет удерживать надежда получить в конце концов от вас то, чего она хочет.